Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, проинспектировала ход ремонта Старогородсковской специальной школы имени Фурагиной. Проверка прошла в рамках реализации проекта «Новая школа» и контроля исполнения наказов народной программы. Парламентарий сообщила, что на объекте сейчас активно идет демонтаж. В школе отремонтируют внутренние помещения, установят современное оборудование и мебель. На прилегающей территории благоустроят игровую и спортивную площадки, сделают зону тихого отдыха, новую парковку и свою теплицу. Уже с 1 сентября более 150 ребят смогут продолжить обучение. Также парламентарий проверила ход модернизации котельной в поселке Горбольницы номер 45. Инспекция прошла в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Здесь ремонтируют два из трех существующих котлов. Один из них уже модернизировали. По второму котлу пусконаладочные работы завершаются.